Люди действительно будут продавать свои голоса. Но не все. Часть людей действительно проснулись от литургического сна, в котором они находились. Я хочу сказать, что то, что сейчас происходит, это тектонический сдвиг в обществе. Но он не произойдет буквально за день, за два, за месяц. Это поэтапное событие должно быть. Борислав, а сдвиг... Более того, когда мы сейчас увидим, что люди на выборах будут смотреть, действительно начнут смотреть декларации, вот это будет главным показателем, что люди начнут отделять зерна от плевел. И начнут отделять тех, кто воровал 25 лет, а те, кто идет работать, все-таки...